там кошмот там. Да я не при себе. Ты щит одевал хоть? Нет, зачем? Миша, что делать будем? Ну да, зачем там глухая оборона у вары есть, конечно, зачем надо? Я такую давал на взлетке на первый. Старый. А что, говоришь, не одевал? Не бегите только блин, ближе, вы ее сагри. Надела, потом снял. Нажмите масс-рез, чего стоите? Лучше подальше отойдите. Парни, вы что, сознание потеряли, что ли? В смысле? Они ищут кнопочку. Вон Конику, блядь, один только догадался, что делать. Я выйду из комнаты, ну нахуй. Рыбу поставил наверху. Тут кислая рыба вон уже есть. Че, вы Лану не убили, что ли? Да. Поднялись. Контроль. Они сразу весь рейд порезали. Заебись. Начисляйте, кто в МК был? Уже начислил. Уже начислил. Ты стоял с рядом Элбриум и не мог его укусить, потому что он тоже был укушенный, и он тоже вместе с тобой превратился. Так люди такие красненькие, когда их кусают, что не видно? Не бери укус. Хорошо, тогда хули приста мне кидают ебать ГП, потому что я сдох в луже, на мне не было антифира. Почему? Объясните мне, ребят. Давайте, начисляйте. По справедливости, так по справедливости. Хорошо, ребят, давайте играть так. Да, сестра. Или сестра, или лидера, перекинь. Делорус. Да-да, я слышу, я все слышу. Суманить. Стоило на одного босса не зайти, как говорится. Хуйня творится. Че с Вагой? Куда Вага ушел? Я вместо него зашел. Вага ливнул? Сам? Я вместо него зашел. Сейчас бы еще в обычке ГП получать, ну блин. Больше в обычку никто не пойдет. Даю проверку на бафу на пол. Так что, может твару дадут первому поймать? Не увижу нормально. Давай, я в ДД шмоте просто сейчас подойду, поймаю и все, я отойду. Ты ловишь вторым укус. Не надо мне там давайте и тому подобное. Будете делать так, как я говорю. Все хорошо. Виталий готов? Нет, не готов. Я жду ГП. Человеку, который не дал мне антифир, я сдох за этого. Всем ГП, так всем ГП, ребят. У нас нету крестов. Антифир не может накрыть всех, кто стоит по всем углам. Понимаешь? А ничего, что есть ты... радиус действия. Когда на лужу кидает человек, кидает и кидают антифир на него, ничего? Все вопросы. Или я как-то не прав, Лех? Все вопросы после рейда, слышишь? У нас два приста, два хила. У нас нету шипа пристов, которые обязаны тебе бросать именно в таргет антифир. Охуенно, да, это? Ну, я, короче, понял. Ну, с обычку просто нет уходить. У нас два хила, которые дают диспел по рейду. Все, поехал. Артемия, на тебя, на Артемию на пол. Пулять? Сейчас, ну уже пульнули, да, ты. Лови зеркало. Да,
Фрэнди, встань под... Да, ладно, уже нет. Сейчас. Рада, ты второй курс дашь, ладно. Полипал бабл. Вар, я надеюсь, ты под боссом? Да, я здесь. Звездочка. Вот пойду. Идешь, становишься возле кислорода, Вар, и следующий укус по нему. Ну, через 40 секунд. Подлагиваю, если же что, желательно не кусать. Кусаю всех, вне зависимости. Лагаете вы, не лагаете, на задницу вообще всем все. Ну, имею в виду не в первую очередь. Ровно столько укусов, сколько ДД в рейде. Паника, в правую сторону отойди. Начинаем представление. Чё-то на мне дебафа нет. Рахил Вара. Ты грань надел? Да. Бафы, походу, пал обновить. Еще раз под зеркало зайди, если дебафы. Да, вот сейчас появился. Дашь любого кусать? Дашь, кусаешь Девороса. Лужите. Блять, кто-нибудь, ну, ну чего так далеко все? Че Деларус не укусил? Он тени выносил, он далеко слишком был, не успел. Но заранее смысле... просто свой таргет цель никак. Вау, он меня сразу, тени. Блин, там КД времени прошло вот этого укуса и на меня кинулся дебаф. Дайте было по адмиралу, дайте сейвы лично. Абсорби быстрее весь рит и себя. Виталю прохил. Добивайте босс. Укусы раздайте и веру. Дайте БР под ДДш. По этому по Редвару, по Хараду дайте. Кто мою цель сейчас укусил? Зараза, что ты? Меня укуси, если нет никого. Я специально подбежала к этой цели. Я это нормально, Полина, я также копанул ГПшечку. Да, через вот пол локации бежала к своей чуть цели, и ее взяли и укусили. Вот бред, вас, а не рейд. У вас есть голос в Дискорде, где вы можете проносить, кого вы кусаете. Если вы этим не можете воспользоваться, ваша проблема. Обидно, КД. КД неделю потерял.
Ничего твои страшного. Проблемы. Если ты не можешь нормально все сделать и проносить, что, блядь, я выношу лужу, Долорус, подойди сюда, это ваша проблема. Спасибо, Серег. Серег, дай левитацию. Обнажите клинки, соратники. Фрайкулы насмерть будут стоять. Так ко мне за ХГП. Печеньки кому-нибудь нужны? Ты что, не в МК? В МК? Нет, на сову. Нет, кому? Что? Друидовскую скинь мне. Артёмка? Артёмка. Рейд просить. Не знаю, может, кому-то еще новых нужно. На той неделе вообще забирали. Встречай свою вторую смерть. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Нет, больше никому. Рейд про Хилен будет сегодня? Символ рассечения может кто-то сделать? У меня есть собой. Сюда к Савина кружок отойди. А почему 250, а не в пол?
Не нужно зайти на пирамиду. Кирс, ты там звонил насчет этого. Я тут сам. С тех, кто есть, да. Налича. Один из пекных пищевых. Три шамана по порталам. Туманить. Три шамана? Да, три шамана. Третий. Не, Дамару сманите, Дамару сманите, влияет. А третий шаман кто? Надеж. Прости. Ну, Прости писал, что ему там прям срочно надо куда-то убежать на полчаса. Это было перед советом. Окей, Кирс, Полина, Холли, Пал туда летает. Кирс, Полина, Дамару сумани. Там шаманская сходка. Вот, спикнешь танка, быстрее будет. Блин, у нас спереди есть. Готов. Ты, Кирс, чего не хватает? А, да, у меня сверху свет моргнул, только зашел. Ты справа, если все, поехали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы. На исходе! Залечите мои раны!
найдете спасение, герои. Аура, коня включи. Портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Меня можешь не ждать, я успею. Дальше в ретрика или в танк? На Синдро в танке.
Все, пошли. Леха, опять 9 минут надо отойти в магазин до закрытия заселения. Давай, без. Боежка валяется. А у вас бывали странные покупатели? Конечно. Я просто конкретно сейчас странный Рога, который хотел купить ачиву на Лича еще 2 месяца назад. 2 месяца не заходил в игру, а сейчас зашел и начинает мне материться, типа, так круто, что у меня сейчас есть день. Кинь меня в рейд, я хочу с вами на Лича. А, я тебе больше скажу. Помнишь Макс прошлого КД, который себе КД на ЦЛК повел? Он мне 4 недели мозг парит. Человек получил зарплату, выпил, пришел. Че страх. А вы ему отказываете в личи. Я ему пишу. Сейчас целка обычка. Он говорит. А у меня РТ нагрул магика обычку. Мне больше нравятся покупатели, которые пишут, а вы можете собрать рейд? Ну там, допустим, в субботу в 9 утра, мне вот удобно. Кстати, насчет собрать рейд. Мне тут Рога очень сильно хочет, чтобы мы после РТ пошли в Зуламан. Чтобы он завтра смог у нас Крис купить с Хэмки. Там Настя в понедельник будет собирать Зуламан. А у кого что сегодня покупал халва? Паладин. Что-то с них знакомым, я кажется, сегодня уже видела. Нюк. Пока я не на маге. Что? Пока я не на маге. Он в гильдии. Он в гильдии, пока что я. Пока я еще на мага не заходил, поэтому он. Думаю, это вы про него. Ему теперь нужен Брентроль. Ну что, френдика долго нету, да? Ну да, 5 минут почти. Так он сказал, 7-9 минут у них будет. Магат пошел спрашивать. Так, а Мозер вообще с топором.
Хотите, я он вам сказал, прочитаю? Если он нужен, ему позвонить может. Прочитаю, вы попытаетесь перевести, что он мне хочет сказать. Так, давай, читай. Только тут это, у меня все маты скрыты, так что могу попикивать. Ну и на пи мне это пи кореши нужны, которые пи помида еще, если что, отхватят сами. Тебе, наверное, очень интересно читать. Короче, в нем очень много пива. Я просто серьезно не понимаю, что он хочет мне сказать. Он может описать всю глубину своих чувств. Не может сдержать радость. Так, мусор сбросил звонок, значит, сейчас зайдет. А Гарри топор, если ты в десят... Чего, Гарри топор? Параду тоже, походу, под пивком. Ну, ты посмотри, восьмой пальцем. Гарри Поттер, вообще-то. Ладно, Гарри Поттер. У меня тут написано так. Шалки магл. Он просто одноразовый. Мага отписывал. Чего хуя? А вот Гарри топор был. Гарри ржавый гвоздь. Надо ему ренейм предложить. За свой счет. Ты представляешь, вот бегал бы паладин с шемом. Шем тут об... Как Леха Быша, только Гарри топор. Так может это и есть вазелин, который сделал? Этот хотя бы в луже не умирает. Значит, у него вазелин. Так я думаю, когда чего этот... Говорит, знакомый друг этот Лаза. Пригласил. Это может и правда Вазелин новым классом играет? Лага, давай сознавайся. Правда, может Вазелина взял, да я не знаю, только уже ретриком Вазелин. Ну а кислого сейчас давай. Я и даже таунтить не буду. Кислый кто таунтил? Спасение. Спасение. Кислый все куда легче, чем ты думаешь. Ладно, не легче. Ты видел, как сова наворячивала, да? Им что, ему на корням дали? Поведу пока того наверх. Дали, как он прыгает. Это ларану в воде. Там его стража заковыряет. Это как... Знаешь, как сова обосралась просто. Фига. Называется, нечего звездопад лизать, когда не просит. Надо же было именно там позиционку себе найти. То есть правее да никак, надо именно ползать для этого. Я в шоке, от звездопада совы постоянно. Тут в меня плевок пошел, я чуть в сторону отошел, а звездопад активный. Я вообще не понимаю, зачем там было стоять. Миша, распределение рейда равномерно от плевка. Миша, я решила твою проблему. У меня была проблема. Ты заплатила за ипотеку? Можно узнать, какую проблему ты мою решила? Даже мне интересно.
Мне в танка или в ретрика? Ты в танке, Артем, чего? Решил интригу сохранить? Ты танчишь или я? Унесут ваши души. Слишком далеко. Твердый деп. Полина, тоже спикнешь? Что? Полина в хила, и ты в хила. 6 хилов. Вагоны будут на синдрогой? Да нет. Так, Лёха, мне делать ТП или возьмёте? Уже... Ну, я уже прибежал к вам сюда. Ладно, оставайся, Мозер. Ну, 15, нет, 10-15. За 20 его никто не возьмет. Ну, если возьмет, то... Мне челик вообще говорил, что он хаймовский брентроль за 10 тысяч только возьмет. Был вагон, но за 30 он не согласен, а у него квест на шее. Деорус, СС на Пипал, Казум, СС на Матиолу. Сантей на готове. Второй раз. Сейчас, секунду. Мирал, абсорбинер. Я очень постараюсь. Но это не точно. Этот, чё там? Блин, готово? Вместе с этим. Тьми, готова вы? Да, я готова. Полина? Кто его взял? Это мой покупатель на гору. Блять, ничего, что он в гильдии, сука, я же сказал, нет, что он в гильдии халва и... Он не в гильдии. Сука, ЧС, блядь. Лэн, где? Да ну, сейчас. Все, все здесь, все рад. Поехали. Да ну, бусь. Побежали. Халат заберешь. Вовремя, Миш. Ну, я дал. Лёха, да бывает, этажи иногда путаюсь. Опять статы. А мы сейчас здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Короче, глыба в волосе. Там руки мои есть. Середина,
подвис. Что у тебя чистенько сегодня, да? Ты вообще не говори. Обморожение не с каждой атаки кидаешь? Просто картинка зависает. Шанс 20%. Тихо, значит, не метка. Нет. Ушли, ушли от трюфов, да, ушли. От меня. Ничего не могу сделать. Спрятан. Метки подбивайте, не забывайте. Сова, выходи. Лево, спящий зайчик. Угадали с СС-ом. Сразу налево, левее бери. Рыба впереди раз. А чё, как вас? У меня маны нет. На всякий случай вырубил игру. 37. Италия, середина. Акер вперед. Упал в сторону. А лево хули пал. Хилин. Следующую вправо, влево. Давайте. Сейчас притяжку. Сейчас притяжку. Я почер убивай. Все отлично. Наконец-то. Свободно. Давай еще ГП. На мне было 10 стаков. А че нет? Осторожно, она будет возвращаться сейчас. Пролетит налево и полетит сейчас обратно. Такого ебало набьем. Печеньки кому-нибудь нужны? Ну, смотри, я оставлю еще 4 штуки. Теперь пошли. Наличие в ретрике или в танке? В ретрике. Радость. Там кто-то на стивке должен был быть. Радость вместе с вагонами. Миш, можешь
принципе, я могу своего забрать голду вместо меня поставить, то что у меня это фигня, не знаю. Кто там, рейнджер у тебя, да? Я пока корну подумал. У меня рога и халва. Тоже ну, там пока Миша формирует, пускай. Я постой, можете все 2 минуты покурить, пока в пати формируется. Ура! Владик, поставьте, пожалуйста, шкаф. Стоит, ребятишки, стоит шкаф. Смотрите. Так, подожди, только хант сумань. Будешь говорить, кого сумань. Карин, у тебя халва. А, все, что на сундуке. 2 места надо, ребят. Блин, попросил же не суманти ханта пока. Он мне голду не передал. Ну, я возьму у него. Ну, это... Ладно, заберем. Скажешь, когда всех там потусуешь? 4 вагона. И так до хера. Нормально. А Стивен зачем? За Крисом идет? Стивен отчей. Наши те, кто брал. Стивен за чивой. Тактику рассказали вагонам. Спрыгнуть. Ну, я своему написал. Прыгнуть в обрыв. Думаю, там много не надо соблюдать. И поставьте их лучше в одну группу всех четырех, чтобы их можно было это не отвлекали сильно дырками. Карина на рубля завтра будет? Да. Что там, уже всех присуманили, все готово? Один слот надо под паладин. Кто хочет? Если кому не надо, босс, да. Я могу погулять. Ну, вообще, мы можем одного хила убрать, потому что руки в бой и так. Ну, можешь хила убрать. Если кто хочет послакать. Мотивал, тебе ничего не надо? Это, к нему в Дискорд пойду, чтобы, если что, ему сказать. Ну, все, вот так вот. Сейчас нас с руки в бой в 10. Как все готовы будут, скажешь, я подойду.
Мишаня слышал, что я сказал, нет? Не все тут. Я просто печатаю кое-что. Кто второй танк? Я и Артемия. Тогда Полина в хиле. Я в хиле. Чё, чё? Артёмка, спекайся. Артемка, ты ногу? Тут? Она пошла там. И нет, она надвигалась. Не в танка спекаться? Да, да, да. Проще тебя. Адмирал тут соло просили, говорил. Ну не совсем солоно, да? Хотя в другом дискорде посидеть. Ладно, что они прохилили. Рога какой-то недокол написала в личку, что недохил был. Пока запускается. А в его шмотик хорошо танкуется, нет? Да пока запустится, переоденет. Боя что нет. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Тьме на боссе, я на трэш. Я очень не доверяю этому Роге, поэтому пытайтесь его не хилить. Понял, адмирал. И Элбер. Не надо хилить Рогу. Только Коника и Дамару хилить могло. Лёх, чё ты сказал? Рогу, Сивин, хилить. Да не хильте вы ее. Второй пошел. Чего, чего? Маленько не туда выбежал. Я по 4 хильки больше по таргету. Слышишь это? Хиль. Следующую чуму вынести. Так, отведи ты подальше его. Да, это чтобы вам меньше убивать, горячего. Че, Лех, тебя под боссом прохиливают? Процентов. Не так вас на мишке играть, набил огонь, можешь делать что хочешь. Кстати.
Зависла. Вижу. Блин, зависла тоже. Чтобы лево-право. Блин, как у меня, да? Картинка зависла. Я по себе. Попробуй правее немножко сдвинуть. Сферу добить. Отлично. Френзик, там это... Ирс Черенджеру надо. Ачивка. Клятва никому не нужна была, что ли? Не зашли те, кто кому нужна была. Там три человека, но никто не зашел. Печеньку бьем. Там РДД или нет? Бег ключ. Как френзик. Подведите, я прыгну к ключу, если что. Че, бьем? Дай ключ. Подними Виталя, открыть. Мне кого бэрить? Никого. Живого набежать. Три процента. Идите за спиной. Не стойте кучно. Набери так. Сверху побейте, может. Дайте. Пускай нам сферу добить. Жатву просить, обижать. Адмирал. Блядь. Вернее, не сразу, потом только полечу. Thank you.
Это не я, честно, он сам умер. Чё он там вообще сделал? Я его не убил, но я этот захилил и все косты сбивал. Значит, по времени я не успел. Хитя. 2 секунды, скорее. Иван? Вот я был уверен, что адмирал залажает. Я тоже знал. Я не успел его убить, блядь. У меня промахи одни по нему летели. А что ты не успел? Тебе не надо его убивать. Ну, зачем ты его убивать? Захиливайся и его захиливай. Я его захилил. И сам был захиленный. До духа и как ты умер? Я ебу, просто время вышло, да я сдох. Я ни в чем не виноват, что-то пошло не так. Вот тогда хочешь какой-нибудь РСХМ? Чё ты говоришь, что никого не было, есть вот этот вот Каргуч? Я ему написал. Я ему написал, он зашел уже после того, как вы Лича спулили. И он мне написал, что он пока ничего не будет. И мид-вагон твой тоже сидит. Это этот челик, который... Как, господи? Это Ранкер. Он в рейде. Просто Каргуч, он уже сидел давно. Кого суманить не будем? Сразу открывай. Всех, кому надо, уже тут. Сейчас же нельзя на сундук. Ага. Чё, мы, кстати, не пробовали? Мы, правда, не пробовали, но ладно. Может, посмотрим кого-нибудь, посмотрим? Ведь у нас 4 вагона в рейде, потом будут слухи ходить и всё, нахрен. Да, открывайте так. Потом будут писать, что мы богоюзы сейчас заскринят еще и все такое прочее. Аркус и Глора. О, Глора мне. Глора. И Аркус мне. Деловая. Я тут... Короче, последняя китайская по поводу укусов. Завтра, если укусы будут неправильно розданы, чё кому?